Здесь тоже в основном продукция вся без заменителя. С заменителем оно представлено маленьким вертикальным глочком. С 1 июля молочная продукция продается по новым правилам. Соответствующее постановление правительство приняло в начале этого года. В соответствии с документом товары без заменителей молочного жира должны визуально выделяться. Это позволит покупателям сделать свой выбор гораздо быстрее и проще. Но все ли магазины применяют новые правила продажи молочной продукции? По Матическому району у нас проведено уже более 100 проверок. На самом деле в основном выявляются нарушения это в мелкой рознице, в микропредприятиях. Зачастую 50% они устраняются еще в процессе проведения проверки. Конечно же, есть и организации, также и крупные сети, где нарушения существуют. Среди тех, кто еще не перешел на новую систему продажи молочной продукции, есть и добросовестные предприниматели. В этом магазине выделены стеллажи для натуральной молочной продукции, товаров, в состав которого входят пищевые продукты, произведенные из молока, а также молокосодержащих товаров. Причем первая группа обозначена поясняющей надписью «Продукты без заменителя молочного жира». Выделены были места в торговом зале, обозначены там изначально, как рекомендовали, в виде цветовых гамм – оранжевый, голубой, да, чтобы потребитель мог максимально правильно осуществить выбор. По словам представителей Роспотребнадзора, в Московской области 65% торговых точек не выполняют требования российского законодательства. Какие меры воздействия применяются по отношению к таким продавцам? Есть и организации, которые как раз-таки входят в 65%, которые, соответственно, через определенное время 10 дней выдается выполнение предписания. Нарушения не устраняют, когда мы уже боремся с ними в судебном порядке. То есть у нас для этого существует многие рычаги, как говорится, воздействия для того, чтобы законодательство все-таки привести необходимое требование его в норму. Выбирая молоко или продукты молочной серии, каждый из нас надеется, что покупает качественный и полезный для здоровья товар, содержащий кальций, витамин D, аминокислоты и другие необходимые организму микроэлементы. И такую заботу о покупателях отметили посетители торгового центра. Приходя сегодня в магазин, я заметила, что повесили ценники и все указано без заменителя и заменителем. Очень удобно выбирать. И любой покупатель может выбрать, что ему нужно и какие ингредиенты входят в состав. По результатам проверок на территории Московской области выявлено 1400 нарушений по продаже молочных продуктов. Возбуждено 692 дела об административных правонарушениях в отношении юридических лиц. Подобные проверки сотрудниками надзорного ведомства осуществляются еженедельно. Алла Сталаева, Денис Корнев. Информационная программа «День».